Йоу-йоу-йоу, чувачки. Второй сезон Мандалорца скоро стартанет 30 октября. Капец, как я долго ждал этого. Думаю, как и многие фанаты. Вот нам представили трейлер. Давайте не будем тянуть и уже заценим. Мне кажется, нас ждет что-то шедевральное. Кучу разных планет жду. This is a way. Интересно, саунд поменяется, нет? Ну, должен. Покажи мне того, чья безопасность сопровождается такими разрушениями. Вы должны воссоединить его с себе подобными. Где это? Это вы должны определить сами. Песни прошлых эпох рассказывают о битвах между Мандалором Великим и Орденом Колдунов под названием Джедаи. Вы хотите, это... чтобы я прошерстил всю галактику и доставил это существо расе вражеских колдунов? Пропало, ничего себе. Таков путь. Пачки. У меня мурашки по коже. Просто тупые мурашки. Вы же знаете, что это место не для ребенка. Куда бы я ни пошел, он идет со мной. Так, я слышал. Хорошо. Неплохо, неплохо. Таков путь. Мандалорец. Класс. Так, я еще раз посмотрю. Ну, планета пока непонятна вообще, что как. Ну, было бы круто, если бы были какие-то знакомые нам планеты. Но я думал, тут еще может быть засветится Оби-Ван Кеноби. Может, я не вижу отсылку просто к этому. Ну, было бы круто, если бы он тут появился. Короче, ничего такого другого я особо не заметил. Но... я знаю то, что будет круто. Будут тупые штурмовики косые. Я очень хочу еще, чтобы какие-то серии снял именно Тайка Вайтити. Вот он вообще, по-моему, круче всех сделал серию в первом сезоне. Вот, не знаю, короче, по-любому второй сезон будет шикарен. Как вы думаете? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out!